Висит чувак, вешает панели. Главное, висит как? Рогатая восьмерка, сваренная в рукопашную, висит, ладно, на одной веревке. Причем веревка строительная. Вторая уходит у него под металлоконструкцию и закреплена наверху. То есть в случае обрыва одной веревки он маятником улетает у нас бодро таки в угол. Такие вот веселые ребята. Ни горшка нету, ничего нету.